Здравствуйте. Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова. И я, тот самый очкарик Дмитрий Трофимов, сегодня расскажет вам, что ошибки, которые в вашей жизни происходят, это нормально, и они действительно являются вашим ростом. Но есть нюансы, и я хотел бы сегодня об этом как раз поговорить. А именно, сначала я зачитаю цитату Майкла Джордана. «За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражение снова и снова и снова. И именно поэтому я добился успеха». И все такие: «О, все классно! Вот Майкл Джордан сделал ошибки, и значит, я тоже могу делать ошибки, и это ничего не значит, значит, я стану крутым, потому что я буду делать очень много ошибок, и все сразу станет хорошо». Нет, ребята, в этой цитате такое ощущение, что что-то вырезано, и, может быть, действительно, эти моменты и не были озвучены, потому что не считались важными, но давайте я все-таки добавлю к этой цитате очень действенную методику. Если вы где-то ошибаетесь, ваша задача не просто порадоваться этой ошибке. «Уху, я ошибся, как здорово! Значит, я расту!» Это очень хорошая методика, когда вы говорите себе, что «да, я ошибся, значит, это мой рост, ошибка – это мой рост», но этого недостаточно. Ваша задача – исправить эту ошибку. И исправить ее можно в двух направлениях, в двух вариантах. Первый вариант – вы сразу же воспроизводите, вспоминаете, как вы допустили эту ошибку, и довоображаете, крутая технология, она реально работает, довообразите, как вы сделаете по-другому, чтобы эта ошибка больше не допустилась. Если это хоккей, я как-то обошел неправильно своего соперника и не смог забить гол, и я сразу же после того, как допустил эту ошибку, я начинаю воображать, как нужно было сделать так, чтобы все-таки победить, да? То есть это можно делать в моменте ошибки. И если вы это сделали, то действительно вы будете в росте, то действительно вы сможете прокачиваться более эффективно благодаря ошибкам. Мозгу нужно показать, как надо делать правильно. И если вы это делаете, все сразу становится хорошо. И еще одна методика, дополнительная методика, это если вы постоянно делаете ошибки и вы не знаете, как исправить и сделать лучше, ваша задача найти специалиста, человека, который в этой теме разбирается, и пусть он вас скорректирует. Получается, у нас есть две методики, да? Первая методика – это методика в моменте, вы исправляете, и методика на долгий промежуток времени, это мы находим спеца. И если вы это сделаете, то ваши ошибки – это действительно ваш путь, который вас очень хорошо прокачает. И теперь давайте еще раз прочитаем эту цитату уже с моими добавлениями, и тогда все сразу становится на свои места. «За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр, 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражение снова и снова. Но когда я проигрывал, я представлял в воображении, как я делаю правильно. И когда я проигрывал, я нашел классного тренера, который смог мне помочь выигрывать, побеждать, преодолевать себя и становиться крутым. И благодаря этому я добился успеха». Вот уже теперь цитата совсем другая, как-то заиграла красками. Сразу понимаешь, что действительно ошибки – это мой путь, и все, что нужно, это просто исправить эти ошибки, сделать по-другому, и все сразу будет хорошо. Все, как говорится, проблема решена, и теперь можно отдохнуть, расслабиться и попить чайку. А чтобы я смог вас более эффективно мотивировать и заряжать, вам нужно что? Вам нужно подписаться. Где-то вот здесь кнопка. Вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк и зайти в мой паблик, посмотреть, что там у меня происходит, потому что там тоже происходит интересная движуха. Можете написать какой-нибудь вопрос в комментариях, и тогда я отвечу на ваш вопрос. Я надеюсь, все, что я вам даю, вы записываете. Если для вас это актуально, вы внедряете в этот же день и понимаете, что это работает. Для меня это самый ценный подарок. Ну, помимо того, что вы подписались на мой канал. И пока! Проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок. И я... я промахивался! Я терпел поражение снова и снова и снова. И именно поэтому я добился успеха.